Добрый вечер. Очередное мое новое мыло. Это Мишка, как всегда. Это восьмерка. Сейчас их будем добывать оттуда. Сегодня зелененькая у меня 23 февраля. И вот такая вот розочка. Ну, здесь у меня розочка, только формочка маленькая. А вот это вот новая форма, пион. Вот ее будем вскрывать. Ну, и тут тоже розочка простая. Начнем с силиконовых, они быстро достаются. Ну, вот эта желтенькая. Будет у нас первый. Вот такая красота. Один цветочек. Мишка. Ух ты. Край что-то запенился сильно. Такой Мишка. Хорошо получился. Весь вышел. Так. Это розочка маленькая. Такая очередная красота. Так, а это пион. Пион мы еще только испытываем. Надеюсь, получится красивый. Ну, такой. Нормальный. Небольшой, правда, но... нормальный. Так, весь он у меня вышел, весь. Ну, теперь очередная восьмерка. Впереди 8 марта. С таких форм доставать я не люблю. Достаются они очень туго. И очень неудобные. Лучше силиконовые, конечно. Вот наша восьмерочка, такая вот розовенькая. Такая вот роза, сейчас ее будем добывать. Опа. Надеюсь, не отпала. Обидно будет, если отпадет вверх от низа. Опа, не, хорошо. Вышло. Вот такое мыльце. 8 марта подарки. Замечательные будут. Так что, кому надо, обращайтесь. Я теперь спец. Почти. Так, и 23. Тут было потемнее, но оно, видать, верхнее было погорячее. И оно вот такое стало. В общем. Оп! Вот это вот вышел замечательно. С прошлый раз буковки вот тут отлипли. Так, ну, в общем, сегодня вот столько мыла мы сделали. Такую красоту. Вот такое мое новое хобби. Новое увлечение. Всем пока-пока!